Короче. Он сзади. Если такая миссия будет, то она будет самой легкой. По-моему, он и близко-то и не дойдет. Блин, это надо было делать давно еще. Как вы думаете? Я до туда доплыву. Мертвым, да. Доплыл. С двумя жизнями. На каком канале вы это увидите? А? На каком канале вы увидите? А? На каком канале вы увидите? Этот корабль древний династий. Этот корабль древний династий медведей. Он каким-то образом сохранился на протяжении веков. И дерево. И дерево, кажется, не рассохлось и не согнило. Говоря... Не хочу читать. Все равно... Поехали! Стойте. Ух, мой корабль. Угу. Вам нужно... А для чего нам нужно собрать 125 монет? Для чего? Чтобы зайти вот сюда? По-моему, табличку вы как-то далеко поставили. Так что... Ну что ты? В жопу. Сюда. Почти 3 минуты, это довольно мало. Поехали! Чё? Чё? Я еду? В смысле? Чё с моим кораблём? А, я на ящик наехал. Ага, на ящике нельзя наехать. Видите, я полностью под водой. Где вы такого увидите? На каком канале? На моем. О, теперь мы не скользим. Кстати, вон та самая пирамида. И, конечно, большой тут вид. До Тристопия, может быть, доплывем. Ладно, у нас еще много времени. Главное, сейчас не буду попасть, это очень тяжело. Хотя это не так уж и тяжело. Если мы будем сильно под водой глубоко, то вот так вот у нас все будет. Не забыл. Сейчас. Все, вроде бы очистил. Если что, я играю на телефоне. Почему?
Чё ты назад едешь? Может быть, кнопки вернуть обратно? Потом поедем уже к Тристопию, наконец. По-моему, я не буду тут разворачиваться эти 5 минут. О, вот. О, вот он. Какая встреча неожиданная. У него только паруса. И, кстати, парусы поворачиваются. Ладно. Где что там? Объект-то. За эти 6 минут надо пройти брата Барова. А я тут катаюсь эти 6 минут. Хорошо, тут все норм. Вряд ли я смогу доплыть до Тристопия. Буду к нему максимально близко. Давайте посмотрим, сколько я уже тут. Таймер. 7 минут. Поздравляю. Реально? 7 минут. Заяц 5 стопи. Блин. Я сдох. Поздравляю. Сегодня вы увидели приключения медведя. В прямом смысле приключения пирата медведя. Ну, жаль, что я только вчера. И я только вчера покупал себе 6 жизней. Ну что, придется заново покупать их. Ну все, посмотрел. А до этого мы будем заканчивать. Так что, всем пока, с вами был Крутой Медведь. Всем пока.